когда мы приехали работать, мы маялись тем, что нам нужна была тема, а журналисты вообще, в принципе, народ не жадный, но вот что касается тем, то тему нам никто не давал, мы ее искали совместно, нам говорили, ну вот и пишите вдвоем. Ну вот мы так и начали писать. Лариса Смирнова, выпускница факультета журналистики Ленинградского университета. В «Правде Севера» работала с 1988 по 2002. Первое время публиковалась под фамилией Бузикова. 15 лет, отданных газете, называет самыми счастливыми, потому что профессию осваивала при метрах журналистики. А на самом деле это происходило так. В «Правде Севера» в ту пору работало человек 70, может быть, 80. Причем из них... Человек 55 были мужчины, причем маститые журналисты. Это были такие фамилии, как Насонкин Виктор Павлович, наш наставник, который вот взял нас к себе на практику, двух незамысловатых девчонок из Петербурга, из Ленинграда тогда. Был Сапкоры были, Коробейников, Казанцев, кто Лариса у нас еще, Салтыков. Было очень много мужчин. И когда мы приехали на практику, попасть на полосу «Правды Севера» это было чрезвычайно сложно. Алла Валуйских 3 года проходила в газете практику. В 1988 году, после окончания факультета журналистики Ленинградского университета, была приглашена в «Правду Севера» на постоянную работу. Возглавляла тематические приложения «Деловая неделя», «Обыватель». То есть вначале ты напишешь, тебя смотрит редактор отдела, потом ответственный секретарь, а потом редактор, а потом, может быть, обком партии. То есть на любом этапе могли завернуть. Если ты попадал на страницы «Правды Севера», это говорили, что первый год журналист работает на свое имя. Если ты попадаешь на страницы «Правды Севера» там 2 раза в неделю, это было просто невероятным успехом. И, конечно, за первый год работы мы, считается, уже сделали себе имя, потому что если появлялась публикация там с такими фамилиями, то как бы было понятно, что эта тема там какая-то интересная. Жизненные темы выбирали и как бы понимали, что «Правда Севера», поскольку это был орган обкома партии, там достаточно много было официоза, и мы понимали, что, во-первых, читателю будет интереснее гораздо что-то из жизни, да, во-вторых, нам самим это было интересно. Вот. Ну а что из жизни? Это какие-то проблемы, там, скажем, связанные, может быть, с потеряшками, с детьми, которые там себе место в жизни не нашли еще или ищут только его. Ну, в общем, какие-то такие проблемы житейские, да, и вот мы их брали и как бы со всех сторон рассматривали. Я старалась логически как-то на это все дело посмотреть, а Алла вот добавляла эмоции. Но у нас вообще целый цикл был материалов, он так и назывался «Потеряшки». Мы стали сотрудничать с управлением внутренних дел, с милицией тогда. Это темы, которые требуют очень больших каких-то расследовательских вещей, да, то есть надо долго копаться, там, встречаться с родителями, с детьми, с соседями, долго разговаривать, иногда там высиживать, ждать долго, ну, когда кто-то придет. А у журналиста, который работает на ставке в редакции, на это время не было. Да? А мы были студенты сначала, когда ездили на практику, потом только пришли, и нам нужно было показать на все, что, все, на что мы способны. Поэтому мы, конечно, брались за любые сложные темы. И потом управление внутренних дел даже сделали нам предложение выпустить книжку, которая бы так и называлась «Потеряшки». Но тогда мы были молодые, глупые, мы решили, что этого делать не надо, не будем заниматься книгоизданием. А в «Правде Севера», к слову, относились трепетно. И помимо того, что читали всегда там, то есть очень сильный был секретариат, он все эти тексты вычитывал, что называется, вот на просвет. Ну и редактура была, и все что угодно, но помимо этого еще были свежие головы. Свежая голова – это была особая работа, на самом деле, очень ответственная. И нам всегда было страшно, можно было на работу прийти не к 9, как все, а можно было на работу прийти, по-моему, к 12. И тебя в этот день не мог трогать никто. Ни редактор, ни замредактора, ни ответственный секретарь, никакие коллеги тебе отдавали отдельный кабинет, там сидел, читал полосы. И всю бессмыслицу, которую ты увидел, да, или засомневался в какой-то запятой, ты начинал, тогда же не было интернета, и мы начинали искать правильное решение, ответ на вопрос, и вот это вот все согласовывалось на самом деле. И если вдруг у тебя во время твоего дежурства свежей головой какая-то ошибка оставалась, это потом влекло за собой серьезное наказание не только в рамках редакции, поскольку газета была орган обкома партии. Ошибаться было нельзя.
за дежурство свежей головой, допустим, если ты продежурил там 3 раза в месяц, существенно увеличилась зарплата. Это вещи политические. Вообще каждое слово, слово, которое сложено в предложение, в статью, это то, что влияет на умы людей, это политические. Мы с Ларисой когда распределялись, в Ленинградском государственном университете нам пожимали руки во время распределения, потому что в партийную газету областного уровня и именно в «Правду Севера», репутация которой была в Российской Федерации, в Советском Союзе очень высокая, нас на самом деле поздравляли, потому что считалось, что в такого уровня газету не берут девчонок-выпускниц университета, а тут еще 2 сразу. И брали, это очень интересно. Мы, поскольку писали сначала вдвоем, ну они же задумались, взрослые дяденьки, а что будет, если они будут писать по отдельности, может они не смогут, а может получится неинтересно. И тогда нам придумали испытания. То есть, например, говорили, вот такая тема, депутатские посты. Вот возьмите, одна едет в Виноградовский район искать депутатские посты, как они работают, а другая, к примеру, там в Холмогорский район. И посмотрим, что они напишут. И самое интересное, что мы туда ехали по отдельности в командировке и писали, и обеих было интересно. Мы друг другу помогали на самом деле и помогали в процессе работы и дальше. Вот, например, так получилось, что я работала на съездах Советского Союза, была самым молодым корреспондентом там, передавала Ларисе с Валентином Ивановичем Гайкиным, с нашим лучшим фотокорреспондентом всех времен и народов. И он со мной ездил, водил меня по Кремлю. А я приходила в номер, строчила тексты из блокнота, с диктофона тоже, кстати, тогда был, да. Передавала Ларисе по телефону, а Лариса в кабинете сидела за пишущей машинкой, так держала трубку у телефона и набирала. Да, так мы друг друга поддерживали, чтобы удержаться в «Правде Севера». Поскольку зарплата в «Правде Севера» была достаточно высокая, тогда у нас была ставка 150 рублей, по-моему, и при этом нас не просто взяли в «Правду Севера», нам же еще сразу квартиры дали. Ну, легкая дедовщина, наверное, была, и она везде бывает, особенно когда присматриваются к молодым. Но если говорить о том, что как-то к нам не так относились, нас не гнобили. То есть нам, наоборот, помогали, и ну, это даже было... Может быть, странно среди творческих людей, но тем не менее это так. Я не знаю, как ты, Алла, я не чувствовала вообще никакой проблемы вообще вот во взаимоотношениях, именно потому что... Не, у нас бывали ситуации, когда мы между 6-м и 7-м этажом на Новгородском 32 пускали слезу, потому что дедовщина выражалась вот таким образом, например. Я помню, нас отправили, когда был антиалкогольный закон, писать репортаж в ресторан «Юбилейный». Вы представляете, да, вот там, где кто-то помнит из Архангелогородцев, я думаю, очень многие... В ресторане «Юбилейный» мы должны были пойти, нам даже какие-то деньги выделили, по-моему, от управления внутренних дел. Мы сидели за столом, мы должны были описать то, как люди пьют из-под стола, наливают. А нельзя было в ресторанах тогда пить. Это было трудно, это было страшно. И мы пришли, написали репортаж, нам показалось, что это был фельетон. Вообще фельетон – это сложнейший жанр, он практически исчез со страниц печатной прессы. Ну, мы же тогда думали, что мы все можем и умеем. И наш наставник Виктор Павлович Насонкин, он при нас это все кинул в корзину, это называется. Мы, конечно, были огорчены. Мы же на это потратили силы, нервы, вдохновение, в конце концов. Потом, например, у нас была история борьбы с наперсточниками. Мы ездили тогда на факторию, по-моему, там была, как-то, я не помню, как это называлось, барахолка. Барахолка. Вот. А наперсточники там играли. Ну, вы понимаете, это была расследовательская журналистика, это было опасно. К нам подошли бравые парни в спортивных костюмах и сказали, чтобы мы вас больше тут не видели. А мы не могли быть незамеченными, потому что мы тогда приехали из Питера, у нас была модная одежда. Мы ходили в джинсовых куртках, отделанных кожей, которую покупали у поляков. У нас были значки на всю грудь. У нас были розовые кроссовки или черные с розовыми шнурками. Поэтому они понимали, что тут какие-то неместные сочесались и пытаются их приструнить. Мы даже работали в отделе писем достаточно долго и получали эти письма. И просто вообще невероятное количество писем приходило в «Правду Севера». Это правда. То есть люди газету читали, газете верили, и как бы это была последняя инстанция, куда вот они обращались. И нужно было практически, не знаю, там 100% писем, если брать, то, наверное, из них, ну, может быть, 20% можно было помочь. Остальные какие-то, скажем, были письма, может быть, просто какая-то исповедь, просто человеку нужно выговориться. На самом деле было большим счастьем, да, когда удавалось помочь человеку. А такие истории были. Были истории, что благодаря нашим публикациям
человеку дали квартиру, например, или там воссоединилась семья. У нас были истории, когда там, ну, мирились благодаря нашим публикациям. Один раз мы даже ездили в командировку, писали историю про «Межа» у нас называлась публикация, как поссорились соседи. Это же тоже все по письмам, то есть темы были в письмах. То есть то, что волнует людей, оно все было в письмах. В районах у нас были собственные корреспонденты. Вот, например, в городе Котласе был сначала собственный корреспондент Коробейников Леонид, а потом там работал Борис Викторович Казанцев. В Северодвинске Лившиц. Лившиц был, да, собственный корреспондент. Потехин. В каком районе был? Не помню, в каком районе. На Ринмаре Бенц Иван Васильевич, который потом стал редактором «Правды Севера». Ну, в Ленском районе очень был опытные, очень опытные люди, очень знающие. То есть, в принципе, это такие же были корреспонденты, только вот это были собственные корреспонденты на местах. И они готовили качественные публикации, также работали с авторами районными. То есть, в принципе, так работа была поставлена, это была сеть. У меня самое яркое воспоминание вообще, то есть от моей работы, от всей, это период, наверное, перестройки в стране, который шел, и в газете, перестраивалась газета. У нас пришел тогда возглавлять ее Бенц Иван Васильевич, я уже упоминала его сегодня. У нас был штаб настоящий, штаб — это секретариат во главе с Пешковым Алексеем, который сейчас работает в США. И просто это было так интересно, то есть вообще счастье ходить на работу. Это было просто интересно. И тогда же газета получила награду, высшую российскую региональную награду «ИРИДУ». Мы с коллегой были, Авериным Владимиром, были в Москве на мероприятии, то есть там был фестиваль региональной прессы, и мы совершенно не знали, то есть это не был рояль в кустах, то есть мы были среди коллег тоже таких же других из регионов, и вдруг вызывают нас, говорят о том, что мы вот получаем эту главную награду, но это был вообще апофеоз. Мы побежали срочно искать телефон, мобильных телефонов тогда не было. Нам организаторы предоставили возможность позвонить, мы позвонили в редакцию, как нам потом рассказывали, несмотря на поздний час, просто в редакции собрались все, открыли бутылку шампанского, и, ну, это было просто счастье. То есть счастье было для нас в Москве, счастье было в Архангельске. Мы ехали с такой радостью, вот назад везли вот эту вот статуэтку. Ну, наверное, как бы... Счастье — это была вот любая хорошая публикация. То есть, ну, когда тебе нравится работать, то это счастье. Для меня «Правда Севера» с самого начала это был какой-то рубеж, это была высота. Это было трудно. Было трудно работать, было трудно писать, было трудно публиковаться, было ждать эту критику, соответствовать было трудно. Потом держать вот какую-то форму определенную в творческой профессии, потому что каждый год подводились итоги среди коллег. Там, лучший журналист, золотое перо, и ты понимаешь, что у тебя коллеги растут, да, а ты там топчешься на месте, а при этом же надо было еще семья, дети и так далее. Вот. Но на самом деле Лариса говорила о том, что профессия журналиста — это больше образ жизни, это так и есть. И те люди, с которыми ты научился видеть в жизни главное, они так или иначе остаются в мировосприятии в дальнейшем, да, потому что вот мы вчера встречались с коллегами, с каждым что-то связано, каждый чему-то научил. Я вот хорошо помню, как Виктор Павлович Насункин, наш с Ларисой наставник, говорил мне, когда текст не получался: «Да ты не придумывай никакую форму, ты пиши, как будто ты пишешь самому близкому человеку. Когда ты будешь обращаться к своему читателю не ради того, чтобы продемонстрировать, какая ты, а для того, чтобы рассказать ему то, что ты чувствуешь, да, тогда запомнят твою публикацию и то, о чем ты пишешь». И поэтому от каждого человека остается какой-то штришок, а из этих штришков складывается... в состоянии жизни.